Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. «Я глаза в нашей паре, а Тревор наши ноги», рассказывает Мелани Кнехт. Девушка-инвалид, и она может передвигаться только с помощью коляски. Но судьба распорядилась так, что Мелани уже смогла побывать во многих интересных местах своей страны и постоянно поднимается высоко в горы. Девушку все время носит на своей спине ее любимый Тревор Хан, который 5 лет назад потерял зрение. Но не утратил тягу к путешествиям и приключениям. В паре с Мелани они уже прошли много миль и не желают останавливаться на достигнутом. Мелани Кнехт родилась с тяжелой травмой, расщеплением позвоночника, и не могла ходить в принципе. Но сегодня ее травма не очень-то ей мешает. Хотя кто бы мог представить, что девушка-инвалид сможет так много раз забраться так далеко в дикую природу. Это было просто нереально, и так и было до того момента, пока на курсах адаптивных упражнений она не встретила Тревора. Мужчина большую часть своей жизни провел в различных походах, но беспощадная глаукома отобрала у него зрение, и дорога на горные вершины ему была закрыта. До того момента, пока они не повстречали друг друга. Тревор – руки и ноги их пары. Он крепкий парень и несет Мелани на своей спине, которая им указывает путь. Она подсказывает, куда ему идти и где свернуть, где необходимо переступить через преграду, выберегает от опасных моментов в пути. И рассказывает любимому о невероятных пейзажах тех мест, через которые они держат путь. Не стоит считать эту парочку безрассудной, уж совсем в глубокие и опасные дебри они не ходят. Мелани и Тревор выбирают для своих путешествий стандартные пешеходные маршруты. И с редкостью уходят надолго, зачастую их походы длятся всего лишь пару часов. Но этого более чем достаточно для тех, кто по всем правилам должны быть обречены на существование в четырех стенах. Сложностей всегда хватает, не так ли? Но в этом и есть самое захватывающее – суметь преодолеть себя и свою судьбу, пройти там, где они еще не бывали. Будучи вдвоем и оказывая помощь друг другу, они могут на это решиться и делать. И пример Мелани и Тревора вдохновляет людей со всего мира. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.